Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил работу администрации Одинцовского городского округа с жалобами жителей на портал «Добродел». 2 недели назад муниципалитет был в тройке антилидеров, но на прошлой неделе показал хорошую динамику и переместился сразу на 10-е место. В период с 14 по 21 января в Одинцовском округе было обработано и закрыто 677 сообщений. Также за это время доля повторных обращений снизилась на 6,7%.